Самарские автоледи решили привлечь внимание к проблеме рака молочной железы и повысить осведомленность о заболевании. Они приняли участие в автопробеге, который организовали специалисты Самарского онкодиспансера совместно с автошколой. На машинах символ борьбы с онкологическим заболеванием – розовая лента. За рулем только девушки. Я работаю в данной автошколе и, собственно, являюсь преподавателем, администратором. И директор нас пригласил, общее объявление дал, я в первую очередь согласилась. На самом деле в моей семье, к сожалению, были данные прецеденты. Я, по крайней мере, понимаю, что это такое. В России рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в Самарской области регистрируют около 2000 случаев злокачественных новообразований этого типа. Болезнь выявляется у женщин различного возраста, в основном от 45 до 60 лет. Но все чаще им стали заболевать женщины моложе 40. Октябрь месяц – это месяц борьбы против рака молочной железы. Именно в этот месяц во всем мире еще раз привлекает внимание наших прекрасных половинок, наших женщин, обратить внимание на свое здоровье. Это тоже наша самарское движение вперед в поддержку именно здорового образа жизни, в поддержку того, что каждая женщина должна следить за своим здоровьем и своевременно проходить обследование в поликлиниках по месту жительства. В конце автопробега участницы ждали цветы, подарки и мотопредставления. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.